гармонист Денис на Спиридоновской Масленице впервые в прошлом году играл на площади Куйбышева, но здесь ощущает себя уютнее. Денис учится в музыкальной школе по классу скрипки. Гармонь – его второй и любимый инструмент. Тут довольно весело, скучать не приходится. То есть и пляски, и игры, и рубка шашкой, и вот и лошади есть. Ну и, конечно, можно поесть блинов и других вкусностей наших национальных. Праздник Масленицы начался после воскресной службы. Настоятель храма протоиерей Иоанн поприветствовал прихожан и благословил угощение. Покататься на лошадях, пони, угоститься блинами и ухой гостям предложили бесплатно. Перед посетителями выступили ученики воскресной школы. Сегодня, когда собрались в воскресенье, некоторые говорят, ну накануне поста может быть слишком большой праздник. А Христос вообще сказал, надо радоваться. Радоваться, веселиться, общаться. И сегодня мы имеем право на эту радость, мы имеем право на ту историю, которая у нас была, где у нас много прекрасных вот традиций и обычаев. Организация праздника «Широкой Масленицы» спиридоновцы занимаются уже 6 лет. В этом году торжества прошли с соблюдением всех мер безопасности и требований Роспотребнадзора. На празднике побывал и глава Октябрьского района Александр Кузнецов. Это такое уникальное место, которое находится хотя внутри большой жилой застройки. Тем не менее, это такой оазис. Тут есть и пруд, и деревья. И всегда очень такая веселая, позитивная атмосфера. Ольга Павлова, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.